Тетя, так называется их номер. Марго тоже собралась непростой судьбой. Когда-то она жила в деревне, в частном доме. Кроме того, там жила еще одна собака. Но потом хозяйка дом надоела, и деревня надоела, он продал дом вместе с собакой, никак не заботившись об их судьбах. Но вот владельцам собаки были не нужны, их просто выгнали. И те, кто там не дожили, под забором своего бывшего дома. И, понимая, чем они проявились, надеясь на то, что любимый хозяин вернется. Потом добрые люди издали их в приют. Марго стала второй собакой, которую Мария уже забрала из приюта. К счастью, в приюте она была не так много времени. И вот Маша с Марго решили попробовать исполнить для вас танго. Ведь это и не самый простой танец. Хотя это для них первый опыт выступления танца с собаками. Они очень надеются, что у них все получится и будут очень стараться. Правильно. Маша и собачка с приюта. Потому что собачка другая, мне все надо выпустить. Позже не упустим шанса рассказать вам об этом.